Hi, Snow Queen Elias here, and you're watching EsNews. Make sure to follow me on Instagram and Twitter at Snow Queen LA. Evgeny Gradovich came back, the winner, the champ. Женя, по-русски или по-английски? Можно по-любому, можно русско-английский, англо-русский, неважно. Приехал, как был бой? Роберт говорит нормально, но могло быть лучше. Почему? Да, в принципе, первый бой после поражения, в принципе, мы особо не готовились к этому бою, я имею в виду конкретно к этому сопернику. Я начал подготовку 12 недель до боя, то есть я готовился 12 недель, это очень много, ну и как бы не было специальной подготовки к этому бою, прям к этому сопернику, в общем, вышли с тем, что было. Ну, в принципе, бой получился неплохой, в принципе, мы вернулись на ринг, самое главное, теперь дальше больше, и мы готовы к большим событиям. Какие большие события ждут? Большие бои, я надеюсь, что в ближайшее время там еще пару боев, 2-3 боя, и мы можем боксировать еще раз за титул. Может быть, какое-то большое событие, я имею в виду, с каким-то серьезным соперником, не обязательно за титул. Главное, чтобы это был интересный бой для телезрителей и для людей, которые придут посмотреть на это шоу. Вот. Ну, мы в ожидании хороших, красивых боев, хороших, в общем, боев. Я как бы хочу, самое главное, что я люблю бокс и хочу продолжать этим заниматься. Окей, спасибо большое. Я еще раз тебя поздравляю с победой. Какая бы ни была, все равно это победа. Только вперед. Только вперед. Сегодня ты здесь со своей семьей. Да. Приехали посмотреть новый джим. Я никогда не был в Риверсайде именно здесь. Это Роберт недавно себе построил здесь новый зал. Вот. Может быть, если будет большой бой или какой-нибудь серьезный, хороший бой, то я, наверное, приеду готовиться сюда. Сюда? Кем? Здесь хороший зал. Вот буквально здесь в нескольких метрах жилье. То есть пришел, ни о чем не думаешь, пришел, потренировался, пошел отдохнуть. То, что мне и надо, в принципе. Самый лучший вариант. Согласна. Что, пойдем посмотрим, Кать? Жень, подержи ее, она хочет. Что она хочет? Cool, huh? Hi, how are you? Christina. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Осторожно, это иногда бывает какая-то неадекватная. Пошли, пошли. Потому что они одну гуляют, а вторую забывают гулять. И он злится все время иногда бывает. Курочки куда-то убежали. Женщина пошла посмотреть, да? What's up, guys? That's me again. Cobra, you see why he's on weight all the time? You guys eating? Look, right here, look. No, you're eating here. He's like with no food, with no lean. I have to fill him up till dinner. I gotta be healthy. Till at night. With water. I'm behind on weight. He goes like this. And he gets full. What's up, guys? Alright. What's up? Not thirsty anymore. What's up? Everybody eating?